Добрый день, меня зовут Гетсман Антонина Владимировна. Я главный врач клиники премиум-класса для детей и взрослых Dental Fantasy на проспекте Мира. Основными преимуществами применения микроскопа в детской стоматологии, особенно для доктора, который лечит подростков, конечно, является увеличение. Микроскоп позволяет до 25 раз увеличить поверхность зуба, кариозную полость, обнаружить те поражения твердых тканей, которые мы бы никогда не увидели на начальном этапе просто с помощью глаз. Именно поэтому так важно не пренебрегать этим инструментом. Именно поэтому важно и обследовать зубы при увеличении, и лечить их. Почему важно обследовать, мы с вами поняли. Потому что, не видя проблемы, невозможно ее найти, невозможно сделать вывод о том, что нужно начать лечение. Второй момент. Почему же лечение под микроскопом такое важное для нас? Потому что именно при увеличении и ярком, хорошем, направленном освещении, которое обеспечивает нам применение микроскопа, мы можем абсолютно точно отделить инфицированные ткани зуба от здоровых и крепких, которые прослужат всю жизнь. Именно поэтому мы стремимся минимально убрать инфекцию зуба и сохранить максимально большое количество твердых тканей, которые позволят ребенку жевать, улыбаться и как можно дольше сохранить свой зуб на всю жизнь. Пожалуйста, помните, организм в разном возрасте имеет свои особенности. Поэтому в наших клиниках ведут прием доктора, которые лечат молочные зубы и помогают детям в маленьком возрасте, которые проводят диагностику и лечение молодых, несформированных, постоянных зубов у подростков. И, безусловно, в наших клиниках существуют специалисты, которые помогут вам поддержать здоровье вашей полости рта и при необходимости полечить постоянные зубы в постоянном прикусе взрослого человека. Будьте здоровы! Ждем вас в Dental Fantasy! Чтобы записаться на прием Dental Fantasy, нажмите на эту кнопку. Узнайте больше о том, как сохранить здоровыми зубы ваших детей. Подпишитесь на канал Dental Fantasy TV или выберите следующий видеоролик для просмотра. Стыдно признаться, но в стоматологию меня привела 5-летняя дочка Саши. Она так и сказала: «Папа, не бойся, там зубные феи». Феи там действительно были. Они ценят ответственную команду опытных врачей, современное оборудование, отличную диагностику, эффективное лечение.